Петр Яковлевич Самохин, герой Советского Союза. Родился 14 сентября 1920 года в деревне Мамори, ныне город Апрелевка Нарофоминского района Московской области. Командир звена 65-го ШАП, лейтенант. Награды: Герой Советского Союза, Орден Ленина, Орден Красного Знамени. Окончил 7 классов из школы ФЗУ. Работал слесарем на заводе в Москве. В Красной Армии с 1939 года. В том же году окончил Борисоглебскую военно-авиационную школу летчиков. Во время боевых вылетов 9 и 14 сентября 1941 года в район города Ладейное, поле Ленинградской области, звено Самохина разбило 4 грузовых автомашины, а 15 сентября 1941 года в районе села Пряжа уничтожило 2 и повредило 1 вражеский танк. 19 сентября 1941 года звено разбомбило в районе деревни Киндасово войсковой штаб и уничтожило 8 автомашин. 26 сентября 1941 года было уничтожено еще 4 вражеских автомашины. Зенитным огнем врага самолет лейтенанта Самохина был сильно поврежден, а сам пилот тяжело ранен. Превозмогая боль, мужественный летчик привел и благополучно посадил машину на свой аэродром.